В эти минуты полицейские и спасатели выясняют обстоятельства гибели рабочего. Трагедия произошла на Варшавском шоссе. Пока до конца не ясно, что стало причиной. По одним данным, на стройплощадке обрушились леса, по другим, во время подъема сорвалась балка и упала на бытовке, где в этот момент находились люди. Но сейчас на месте работает наш корреспондент Ольга Соловьева. Ольга, известно, что произошло на самом деле? Сейчас все основные работы прекращены, большинство рабочих отпущено домой. Само ЧП произошло на стройке, здесь, как видите, возводят новое офисное здание. В разгар рабочего дня крановщик стал поднимать тяжелые металлические конструкции вверх. Но в какой-то момент трос не выдержал, и тяжелая многотонная конструкция обрушилась вниз, прямо на строительные бытовки. В них в тот момент находилось 6 человек, все они как раз рабочие стройки. Один из них, к сожалению, погиб, 5 с тяжелейшими травмами были госпитализированы. Вот что рассказывают о произошедшем его непосредственно очевидцы. Мы вышли из метро. Здесь была стрела первого крана. Они начали поднимать вот эти две металлические дуги. Дуги начали раскачиваться, и в один прекрасный момент просто она разорвалась под ними, и упали эти дуги на вагончики. Как я поняла, то что вагончики, ну, там 6 человек, по-моему, пострадало, насколько вот спасатели сказали, что пострадали 6 человек. Ну, не сильные у них, не тяжкие повреждения, средней сложности, то есть людей было видно, которых выносили на носилках. Само руководство стройки сейчас никаких комментариев не дает. В принципе, следствие уже выдвинуло несколько своих версий. По одной из них причиной ЧП могла стать халатность крановщика. Не исключено, что рабочий стал поднимать стройматериалы весом больше допустимого. Не исключается также версия о том, что трос был слишком сильно изношен. В ближайшее время спасатели собираются разобрать кран, за которого, в принципе, и произошло это ЧП, и отправить его на техническую экспертизу. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. Марат. Спасибо, Оля. Я напомню, что в прямом эфире была наш корреспондент Ольга Соловьева.